Объем продукции за 2018 год на этом предприятии вырос на 18-20%. Выпускают более 150 наименований, которые расходятся в разных направлениях нашей страны. Покупателю давно полюбились качественные колбасы, пельмени, полуфабрикаты, а также лапша, лаваш, тесто, вертуты и даже соленья. Главное для производителя – соблюсти интересы покупателей. В этом году мы несколько изменили формат. Представляя нашу продукцию на конкурс, мы выбрали самое динамичное направление, которое сегодня вот у нас на нашем предприятии развивается, это производство полуфабрикатов. Эта группа продукции наиболее востребована. Сегодня на конкурс представлены котлеты филейные, полуфабрикат новый, диетический продукт, изготавливается из грудинки куриной с пониженным содержанием жира, колбаски куриные и продукт, который является хитом покупательского спроса – мететеи домашние. За сутки продается от 4 до 5 тонн полуфабрикатов по всему Приднестровью. Это шприцевание колбасок куриных происходит. Мы их производим двух видов. И в натуральной череве, и в съедобной коллагеновой оболочке, тоненькие колбаски. Два вида предлагаем покупателю. Состав очень, да, наличный. Сырье здесь чисто птица, это филе куриное и мясо бедра курицы, плюс лук, специи. В этом году на конкурс представлена продукция еще трех конкурентов – протигайловские колбасы, Денисал, парканы и курино Тирасполь. Критерии для всех мясоперерабатывающих предприятий устанавливаются одни, привилегий нет. Оценивается качество продукции, оценивается санитарное состояние продукции, оценивается дизайн упаковки и оформления. Участвует в конкурсе Денисалского качества 16 раз. И каждый раз они обновляют ассортимент. Сейчас на предприятии работает около 360 человек. За счет постоянного роста продаж увеличивается и количество рабочих мест. Модернизированная техника, специальная температура охлаждения, шоковая заморозка и упаковка в газе – все это позволяет дольше сохранять продукцию свежей и питательной. И все-таки без сильных рук здесь не обойтись. Снимаю жир, снимаю жилы, лишь оставшиеся косточки. Очищаю, готовлю их для дальнейшей, как бы, накопчения. Приднестровский покупатель давно знаком с сетью фирменных магазинов «Гарант». Предприятие уже начало осваивать внешний рынок и социальную сферу. Развивает свое сельскохозяйственное направление. Есть здесь своя качественная свинина. А в ближайшей перспективе увеличить производство в два раза. Елена Росланова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.